Prefacio. Quintus, nara nobis aliquam fabulam sira, nam tam bene sine grecas, sine romanes fabulas narare solis, quae nos multum delectant. Delectant. Prefatio. Prefatio – это, конечно, предисловие буквально, дословие. Да, предисловие. Так, Квинтус говорит, да? Да, говорит Нара, это, наверное, императив, да? Расскажи. Да. Расскажи нам другую Обе... сказку. Сюра. Да, это... Сюра. Это служан, кажется, служанка, да? Сюра, ну, няня, да? Скажи нам сказку, да, нам. Да, да ну, как бы, в самом деле... так, хорошо. Давайте глагол найдем, да, чтобы не запутаться. У нас до этого глагол был вот этот, а в положении какой глагол? Нараре, нараре солис, наверное. Солис, солис, нараре, да, солис. Солио, помните такой глагол, важный, популярный? Да, вообще? Иметь обыкновение, да. Да, то есть ты имеешь обыкновение, или ты просто обычно, можно его наречие переводить, а ты обычно рассказываешь, или ты имеешь обыкновение рассказывать, что? Ну, раз. Хорошо. Столь. Это ведь... Бена. Там Бена. Столь хорошо. А, столь хорошо. Ну, что, греческие, сколько и римские. Да. Ну, сказки, истории. Истории, сказки, мифы даже, да? Фабула – это мютхос. Наверное, можно так перевести. Да, ведь ты столь хорошо там Бена. Либо греческие, либо римские мифы имеешь обыкновение рассказывать. Quae nos multum delectant. Которые нас очень ну, забавляют, веселят. Забавляют, веселят, радуют. Приносят наслаждение. Так, следующее предложение. Некве. Кто дальше? Ну, я, наверное. Давайте, Настя. Некве in horto ludere possumus, quia... Это tempestate orta, etiam nunc puere non desinit. Глагол в личной форме. А, мы можем не играть в саду. Как вы possumus перевели? Не расслышал. Ну, мы можем. Не можем, да? А, да, мы не можем, да. Мы можем не играть в саду. Потому что мы не можем играть в саду, потому что орта это плюс перфект, да, получается? Началась буря внезапно. А что это за оборот такой вот этот? То же самое, что генитивус абсолютус в греческом, а здесь аблативус абсолютус, да? Да, абсолютус. Ну, потому что началась буря. Да. Потому что после того, как буря началась, ведь теперь... Даже теперь этим нунг. Да, не перестает, ну, как сказать, идти дождь. Да, лить не перестает. То есть они говорят, видите, что мы не можем в саду... То есть мы хотим сказки слушать, потому что в саду мы не можем играть. А почему? А потому что после того, как внезапно, субито, да, по-моему, не привели, внезапно началась буря, темпестас, родилась буквально буря, после этого даже и сейчас все еще капает дождь. Вот так. И дальше. Следующее, пожалуйста. Не авес квидем аудиунтур, quae имбре et фульгурибус теритай, Inter arborum folia et ramos se occultant. Фолия, помните, да, сегодня было? Да, да, листья. А не желаешь со своей стороны быть услышанной? А где быть услышанной?
аудиунтур. А какое это число? А, это множественное. Смотрите, давайте помедленнее. Авес это единственное. Это ты желаешь. Нет. Это вообще существительное. Это птицы во множественном числе. Птицы аудиунтур. Вот. Подлежащий сказу. Ну, быть услышанными. Птицы слышны. Слышны, да. А теперь вот это красивое выражение «nec vidam». Я уже говорил, да, «nec vidam», оно как бы как по французскому языке как бы с двух сторон обнимает слово «ne avis vidam». Что оно означает? Не помните? Кто помнит? Никто не помнит? Аня, Варвара, не помните? Даже не. Даже не. И даже птицы. Помните, такая песня была? Не слышны в саду даже шорохи. Подмосковные вечера. А тут не слышны даже птицы. Все здесь замерло до утра. Так, ну я петь не буду, ладно? Так, значит, даже птицы не слышны. Даже птицы не слышны. Которые? Которые? Так. Имбра – это дождь в облативе. Так. А давайте мы пропустим это. Давайте мы переведем вот с оккульта в конце, да? Вот это. Есть подсказки? Укрываются, прячутся. Прячутся. Интерарбором фолиа. В листве деревьев. Да, еще рамус. И в ветвях. Да. Так, и террита – это, наверное, напуганные. А я не вижу. Да. А вот имбрет фульгурибус террита – напуганные дождем и молниями. Ага. Что даже птицы не слышны, которые напуганы дождем и молниями, прячутся в листве и ветвях деревьев. Угу. Тут получается квайя – это вот птицы, да? Птицы, угу. Которые, да? Угу. Угу. Так, что? Дальше сюра. Дальше. Sura quae bona et proba ancilla est libenter inquit vobis fabulas narrabo. Tu vero marce conside iuxta me et silens audi. Silens. И смотрите, вот здесь, видите, посмотрите на этот глагол. Тут, видите, а долгая. То есть мы не можем нарабу сказать, нарабу. Нараба, угу. Все, остановиться. Да, да, давайте так вот. Mm-hmm. Сира, которая хорошая и, ну, порядочная, наверное, служанка, ей, ну говорит охотно. Охот? Вам сказки расскажу. Расскажу, да, вам сказки. Будущее время, мы пока не прошли, но вот оно, да. Расскажу. Mm-hmm. Так. Ты же, Марк, сядь рядом, uh-huh. Ну, рядом со мной, и тихо слушай. Точно. Дальше. Ту Юля релинка пилом эт фук вени, ат латус меом лайвум. Ты, Юля,
Крыленько. Бросай мяч, наверное, да? И иди. Да-да, и иди сюда. Латус. Ну, под, как бы под левый бок, что ли? Я не знаю, как сказать. Ну да, под бок мой левый. Вам маленькая досталась, но ничего, мы это компенсируем попозже. Так, пожалуйста, дальше, Марк. Си бони эт проби эритис, некве силентиум э кламорибус, вел тумульту эт стрепиту румпетис. Мультас эт пульхрас фабулас нон солум одие, сед этиам котидие аме аудиетис. Так. Если будете хорошими и проби. Ну, вообще... ну, тоже синоним хороший. Добрый, хороший. И не румпетис. Румпетис. Так. Так. Говорит, есть. Рвать, разрывать. А, нарушать тишину. Конечно, не разорвете, то есть не нарушите. Да, да, что да. Тишину криками. Тишину криками и тумульту. Тумультус. Слово четвертого склонения. Шум. Шумом, да. Криками и шумом. Шум криками или шумом и гамом, да, стрепету. Mm-hmm. Трепетус, mm-hmm. да, то есть это тоже какое-то волнение такое. Mm-hmm. Трепетус, да. Mm-hmm. То? То нет. Non solum ходе не только сегодня, но и каждый день. Да. От меня услышите многие красивые сказки. Да, да. Отличная латынь, кстати. Отлично. Мне кажется, лучше, чем у Иеронима. У Луиджи Мирали, да. Не только сегодня. Много классных выражений, которые прям надо запоминать. Да, смотрите наизусть. Не только сегодня, но и... Ой, да, не только сегодня, но и каждый день. Non solum hodie с этим котиде, да? Отлично. Так, кто дальше? Давайте. Hoc libro fabulae continentur quas sira liberis Iulii et Emiliae narrare solut. Эта книжка содержит ну, сказки или рассказы, которые Сира имеет обыкновение, ну, или обычно рассказывает детям Юлия и Эмилии. Отлично, ну, конечно. Так, дальше. Аня, да? Можете, Аня, если это вы сейчас читаете, можете сразу два прочитать предложение. Mm-hmm, хорошо. Юлия, Маркус, эт Квинтус, Вальда, Хик... Fabulis dilectantur. Speramus igitur vos quoque qui eas lectori estis his graecis romanisque fabulis dilectari posse. Mm-hmm. Так, хорошо. Юлия Марка Квинт сильно как бы этим историям радуется. Да. Игитур этот, ну, как бы... Помните, как по-гречески будет «игито»? Ну, смотри, какое значение. «Ар», да? «Ар», да. Следовательно. Ну, следовательно, как бы, вас тоже и вас. Нет, «Пирамус», мы надеемся. Ну, что да, и вас как бы тоже. Мы надеемся, что вы также. А, вы тоже, вы так же, да. Кто наш как бы слушатели, да, наверное?
эти? Нет. Смотрите, тут форма, которую мы не проходили. Estis, lecturia. Lecturia – это будущее, это причастие будущего времени. Lecturia, moritura и прочее, да? Что вы, мы надеемся, что вы также, Восков, вы, которые прочтете их, эс. А, угу. Вы, которые их прочтете в будущем времени, что вы тоже, у слова тоже тут нету, да? Но оно было, кво-кво, да? Ну, это, да. Эти истории. Поссе. Ну, как бы... Сможете? Ну да, сможете насладиться этими греческими и латинскими историями. Да-да-да, и римскими сказочками. Так, дальше, квай. Quae certe utiles erunt. Nam qui has paginas leget, non modo res grammaticas et vocabula grammaticas et vocabula latina, quae in capitulis 25-34 libri. Cui titulus est familia Romana, iam cognovit, certius discet ac memoria retinebit, sed etiam non pauca verba alia facile discere poterit. Так, ага. Так. Помните, я сегодня говорил, это было в Бульгате, да? Квайя, если в начале предложения, они, то можно... Да. Которые они? Они, конечно... Они, конечно, полезные. Эрунт это... Будущее время. Будущее. Они будут, конечно, будут полезными. Да. Так. В самом деле, кто эти страницы читает? Прочитает. Non modo. Не только. Non modo это не только. Не только res grammaticas, ну, грамматику и словарь латинский, который в главах 25-34 книги, которой название фамилия Романа. Будет знать. Уже знает. Уже знает. Ну, да. Кертиус. Кертиус, да. Это сравнительно. Он, то есть смысл в том, что читатели, которые уже прошли этой темы по первой части фамилии Романа, к сожалению, мы не такие, но мы по другому учебнику занимаемся, да, по Соболевскому, они уже знают, но они их еще лучше выучат. Mm-hmm. И с помощью памяти, в памяти они их как бы укрепят, что ли, памятью. Восстановят в памяти. То есть, по сути, вспомнят. Вспомнят не только non modo, да, там было, помните, это важно, Но и... Этим, да? Да, но и non pauca verba, немало глаголов, слов. Сможет что сделать? Узнать. Может изучить, да? Изучить. Угу. Сможет изучить немало других слов легко. То есть не только повторить, но еще также не маленькое количество других слов с легкостью сможет изучить.